комментарий, если возникнут вопросы, прислушайтесь, пожалуйста. Да, особо комментировать нечего, там мы можем потратить соперников своего розыгрыша, они больше хотели этих побед. А, если касаться самой игры, мы это понимаем, мы имели детальное преимущество, преимущество в идее, контроле мяча, мы создали больше голевых моментов, но проиграли. Значит, успех в этот день на стороне соперника, чем в поздравлении. Спасибо, коротко, но ясно.